Вот это красота. Природа, чистый воздух, пейзаж. А мы с Фоксом возле озера. Это место между Алчуром и Харок. Вокруг Памирские горы. Озеро Памир. Вот так, дорогие друзья. Вот мой Фокс. Мы с Фоксом где не побывали. Памира, Алчур, между Харога. Вот еще ближе. Вот красота, озеро, вот горы Памира. Здесь, видите, какая красота. Мир. Вот я все ближе, ближе добрался до озера. А здесь вижу красивое место, где вода. Попробую, чтобы это, смотрите, здесь вода, это. Вот, смотрите, а, природа, там соленая вода, здесь она очищает его. Памирская вода, земли, сейчас наберем. Да. Мы сказали, что возле озера там вы наберете хорошую чистую воду на дороге. Это да. Кто знал, что я сюда приеду? Буду наслаждаться Памирской водой. Что надо сказать? Хабят покарень. Куль, куа, кур. Амам, мангай пьялар бит, маш курны бойда. Курны тоза кызера дейдерден. Кетке пош покарень. Пош оралады. Дойм тала ярат көрсе. Ана мен
oda tomurunu suyundan aldı. Juda ham zo'r. Kanzari chiqib keladi. Yana uni sinab to'ldirib olamiz hozir. O'ldirib olamiz. Buni tutaymiz. Suvni. Mana. Velosiped patrasga qo'yadi. Sen hem tuldur olsan bir şey. Be. Yine tuldur olaydı. Bana şu hal içiyor bu olaydı. Bana. Bana bu aziz dostlar. Bana bu aziz dostlar. Pekin'de 40 talih veriyordu. Hayatlarda suyular ofek. Bunu yesle göresen değil. Mana Xitoyni Xitoy yo'lida topgan mana bu batrashkada tomirni suvini olyapman. Buloq. Mana. Mana buni ko'rsatdim. Вот, видите? Вот эту баклажку, когда я в Пекине был, один китаец мне подарил. Где бы не был, где бы ездил, всегда будешь вспоминать меня. Вот я набираю полную природную памирскую воду. Спасибо, природа, земля Тяньшани, мир. Спасибо Александру Кощереву. До свидания. Александр Кощерев, вот я вам записываю красивые места, я знаю, что вы здесь побывали, не зря мне дали этот маршрут. Вот между Алчур и Харок, такой пейзаж, красота, природа, воздух чистый, вот, смотрите, озеро, Памирские горы. Я со своим велосипедом Фоксом здесь дышимся. Наслаждаемся. Это земля Таджикистана. Мана Помир тоғлари. Алчор билан Харок оралидаги бир чиройли манзара кўл ёзиб олайман. Ҳаво тоза. Тепамда мана булутлар, қуёш, аммо шамол. Мана узоқдан қараб кўрсангиз бўлади, жуда чиройли манзара. Я двигаюсь дальше, в сторону Харок.
свидания, Альчур. А это уже соль. Видите, природа как? Там была вода, а здесь осталась соль. Вот впереди спуск. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Узбекистан. Узбекистан, а? Австралия. Дорогие друзья, еду на встречу опять, который крутит педали из Австралии. Он по всему шелковому пути проехал и Узбекистан. Вот, едет по миру. Теперь едет в Бишкек. Через Бишкек на самолете сядет, поедет в Индию. Он на узбекском говорит. Что вы сказали? Ассаламу алейкум. Молодец! Гражданин Австралии. What is your name? My name is Hamish. Hamish! Проезжает по мир тоже. Ребята! Земля! Тяньшань, мир! Дружба! Good luck! Thank you! Опять дорога длинная. Пустыня вокруг. Снег с горами. Далеко, вон там. Вчера такие дороги проезжал. Вновь начинается заново. Памирские дороги. Вон туда надо мне подняться. Ух, смотри, а. Каждый день за днем перевалы. Ну, последний перевал это Хорок, наверное. Да. Это развилка. Асфальтированная дорога едет Хорок. А налево, сказали, в Архангельский коридор. Через Саргош. Лангар. Ну, здесь сказали, дорога плохая. 100 километров будешь крутиться до Хорока. Но там, говорят, есть красивые места, где можно смотреть. Да. А это Хорок. Смотрите, с каких далеких гор я спустился, и я приехал сюда. Да, Памир. А мне надо туда, потому что велосипед у меня поврежден. Повреждён у меня колесо, спицы ломаются, багаж ломается, груз тяжелый. Я решил прямо поехать. Вот я поднялся, еще буду подниматься, но я смотрю, откуда я приехал. Смотрите, друзья, вон. С той горы. Памирские горы. Да. Смотрите. Земельные дороги. Во. Видите? Вот так. И так я приехал. Подъем. Направо Булун-Куль, 16 километров. Ехать или нет? Булун-Куль. 16 км. Как? Такие дороги тоже
преодолеваю. Вижу, что здесь еще китайцы не добрались. Если китайцы что-то найдут, но они для себя дорогу сделают. Здесь как будто по старинам, еще до советских времен дороги. Да, мирские дороги. О, наверх надо подняться мне. Вот смотрите, опять с той стороны горы я приехал сюда. Это тоже чудная долина. Ничего нету. Ничего нету. Вот это Харокские дороги. На таких дорогах не знаю, как потерпит мой Фокс или нет. Испытание идет. Ломаются спицы. Но я сам пока жив, здоров. Вот эту полную долину надо пересечь. Пусть 50 километров начнется, как сказал он, населенный пункт. Вот здесь холодный ветер. Холодный. Вокруг, видите, ничего нету. Дороги, кошмар. Испытаю велосипед. Испытаю по крыше. Вот. Еще один перевал. Проехал. Харок начинается. Еще одна долина.